Старлава, меня это смущает. Эй, ну... Сейчас! Тихо. Арти, ты помнишь, что ты со мной делал, да? Нет! Я отомщу, блин. Всем привет! Сегодня будет битва строителей, в которой мы будем строить защищенный дом в билд-бот. Все уже собрались, и мы будем начинать. Так, расходимся по командам. Кто-то занимайте мою команду, я буду желтым. Ура, салют, наконец-то. Все, начинаем официально. Так. Так, ладно, 30 минут прошло, и я начинаю смотреть. Начну с меня. У меня вот тут такие круглые штуки, такая раздвижная штуковина, тут дверь. Тут, я не знаю, какая-то коробка, не знаю, зачем я ее сделал. Тут защита для окна. Тут я спасался от Арти. Ай, блин, зачем? Меня Арти заскамил. Я сейчас тебя тоже так буду делать, понял? Я тебя отомщу, блин. Спасался от Арти, это самый этого красивый шедевр. Ладно, давай, я пойду тогда в черную команду сейчас первый. Ой, то есть второй, я ж. А мне что, а мне уже нельзя строить или я могу прожить? Можно строить, я просто прохожу, смотрю и трачу свое время на вас. Тут есть какой-то проход, видимо, да? Поднимаемся, и тут что-то будет. Короче, пират построил только вход. Нет. Теперь Аркон, что ты сделал свой день? Ну, то, что вот это не смотрит, нет, не обращай внимания, потому что я уже переделал его третий раз. Третий раз переделал? Ну, второй раз переделал. Что это за токсичные отходы тут будут? Это, ну, во-первых, не забывай, какой у меня город. У меня город Чернобыль. Ты типа строишь тоже до своего Чернобыля, ах ты, блин, пользуешься моментом. Теперь у нас Арти, который меня в космос запускал. Так, привет. Что мукаешь? Что тут есть проход в бункер. Открой бункер. У тебя самая ерунда получается. Я знаю. А ты говорил, победишь нас. Да не, я просто вообще не знаю, что делаю. Да, молодец. Арти, ты помнишь, что ты со мной делал, да? Нет! Я в твоей команде, я тебя сделал с тобой. Я под картой изнутри. Гусь, принимай меня. Что ты наделал? Быстрее. Ух, вали оттуда, иначе сейчас. Я уже свалил оттуда. Я пошел ломать твой город. Давай, иди. Там полез. Все, так, гусь, у нас тут проход по лестнице, и там гора. О, проход по лестнице, надо тоже такое делать. Оу-оу-оу, как красиво открывается дверь. Арти зашел в мою тиму. Ты зачем его туда впустил? Он ломает, нет, я его не пускал, он зашел, пока меня там не было. Он там все ломает. Нет. Это ты в моей команде. Я тебе не отдам твою команду. Остался у нас только кот, и он строит просто домик. А, ловушек пока что нет, он пока что-то делает декор. Кстати, я тоже этим это делаю. Да, погоди, сейчас я тебя все уберу. Ладно, продолжаем строить. Запись снова через 30 минут. Я начинаю смотреть, начнем с меня. Начнем. У меня добавилась такая панель, на которую можно кликать. Больше ничего. Ребята, у меня там пароль 1, 2, 3, 4, я уже. Эй! Дальше, а тут у меня такая штука, типа, защищает от выстрелов, она там будет стоять, а вот там не надо. Тут у меня дырка, короче, в которой все будут проваливаться, и они будут попадать в комнату с амогусами, которых там нет. Моих братьев? Нет. Ты хочешь использовать моих братьев в плохих целях? Ну, и все, я больше ничего не добавил, потому что я не тень. А чё сразу ко мне-то? Потому что ты самый главный амогус. Как так? Так, начнем. Шо у тебя тут за стена? Блин, мне кажется, тебе категорически не хватит времени. Гык. У тебя просто нет, одна стена. И факел. Это не чисто одна стена. У тебя еще факел есть. Это тоже надо учесть. Ничего себе, факел? Просто стена. Это еще стена со факелом. Да. Офигеть. Так, теперь пират, который очень жестоко построил свою постройку. Тут надо ты забраться, хоп-хоп, но я буду использовать джетпак. Дай мне по самому посмотреть, самому испугаться. Где эти черепы? Там вообще просто штанички. Их нету.
смысле? Он их удалил, значит. Где черепа? Где они много были, крови? Честное слово. Он их удалил, вот блин. Я хотел тоже посмотреть. Нет, это просто сам Маган набрал. Арти, принимай. Нет. Так, ты делаешь стену фейковую, да? Молодец. Я удаляю игрушку. Я спалили. В бункер. А там ничего не изменилось. А ладно, ты просто сделал стену за полчаса. Да. Молодец, поздравляю, ты проиграешь. А я еще за водичкой сходил. А, ну давай, идем. Достижение. Дальше у нас, ой, гусь, который построил стену, которая не работает. Злой гусь, который не злой. А работает. Он, давай, да, он реально не злой. Я поднимаюсь наверх, тут мост через реку, в которой я утону. Огромные крупнокалиберные пушки, которые Боль. Стою. Смотри. Опа. Кринж. Ха, да, дверь сломана. Кринж. Ой. Ну и все. Осталось у нас только кот. Вот тут дом, у которого есть защита окон. Ах ты, у меня идею сперва. В самом доме это не пусто. Все, это я сам придумал, понял? Ага, я понял? Первый сделал. Блин, какая прикольная я крыша. Я не видел твою. Ладно, ладно, ты сам придумал, все. Крыша прикольная, ну ладно. Конфликт. У нас остался 1 час, и я продолжаю строить. Давай, у него тут подъем, как и был. Еще подъем, дырка. Канат. Я не знаю, он строит дальше, но я не пойму, что он строит. Короче, он что-то строит. Теперь у нас Арконус, который вообще не. А меня можете не смотреть даже. А я буду. А я тебя запрещаю. А ты все это время стреляла с пушек, да? Да. Молодец. Я поставил пушки. Тут будет твоя дверь, а вот тут огромные лазерные пушки. Это у тебя полчаса, лазер, ты знаешь? Это биотоксичные пушки, которые уничтожают. Это затянется надолго. Живые существа в молекулы. Понятно тебе? Гусь, принимай. Аж мне непонятно. Ага, два звездения друг друга не понимают. Дальше, у нас тут гусь. У гуся есть мост. Пушки, которые автоматически наводятся, но только наверху, в воду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Наверху посмотри. Какие-то крокозябры. Ой, это ракетница, которая тоже сами наводится. Они могут смотреть. Они могут думать? Чё они пушки подумают? А вот, всё. Короче, какая-то механика. А дальше ничего. Ладно, подаст видос. Сейчас у нас будет кот, а потом самая дельная постройка туха. Что же, паштет, зачем ты поднял свой дом на высоту неба? Короче, у нас паштет делает механизмы. Ну а теперь, я столько всего сделал за эти полчаса. Ничего, ребят. Короче, ну раз, смотрите, пароль бункера 2233. Вообще там все по цветам. 1337. Желтый, синий, красный, синий. Хватит, все, дайте я покажу вам постройку. Сейчас, подожди, я скажу пароль. Да блин. Короче, в моей постройке есть такая штука. Тут ничего не поменялось, если честно. Короче. Есть кнопки, которые не работают. Ну а вот тут есть провалиться, то можно попасть к амогусам, которые хотят на тебя смотреть. Пароль розовый, оранжевый, белый, голубой. Я тут делал механизмы, короче, чтобы как раз таки вот это все работало. И также у меня вот тут есть механизмы, чтобы это открывалось, но это еще не доработано. Так, что у меня поменялось еще? Дальше у меня вот тут добавилась такая моя комната, так сказать. Которую я могу открыть, сейчас покажу. Ну и вот эта ловушка открывалась, но она уже не открывается. Ну и все, это вся моя гениальная постройка. Прошло финальное время, и мы начинаем смотреть. Первая команда — это черная в списке команд, заходим туда. Капитан Мистер Пират, здравствуйте, шо вы... Короче, я говорю правила. Нельзя ставить блоки, нельзя одевать джетпаки, нельзя использовать инструменты, нельзя перебивать ухом, нельзя идти впереди меня. И на прохождение карты у нас есть только 10 минут. А, давайте, пробираемся тогда на дом, давайте. Нам надо найти тогда, получается... Давайте по одному, блин! Блин, блинский, что происходит? Так, я думаю, надо пройти наверх сейчас и потом вот сюда. Теперь мы должны прошел? Одного из вас подсадить. А? Подсадить? Куда его подсадить надо? А, я понял! Слушай, давайте. Арконус, прыгай мне на голову. Да нет! Нет, тихо, все, тихо, я просто стою, Подожди. Арконус, на черный блок, встань. Тогда можешь сейчас, подожди. Иди! Гусь, уйди! Мистер!
Все. Давай, максимально. О, да, я прошел, теперь мне надо вас. Дарти! Давай, максимально. О, да, я прошел, теперь мне надо вас спасти. Так, мне нужен. Ага, должна быть. Я вас сейчас спасу. О, кнопка. И сейчас туда цепляется мостик, и вы можете проходить. Давайте. Вам осторожно надо проходить. Давайте, вы сможете. Что у вас там? О, давайте. Вон там же теперь легко. Теперь нам нужно достать вон ту веревку. Вы должны пожертвовать одним из вас. Вон сверху. А как это? Кто готов пожертвовать своей жизни ради уха и всех нас? Прыгай в воду и найди там кнопку. Все. Она тут вообще существует? Опа, а я тут не помещаюсь. Я сделал. Я открыл, я нашел кнопку, я достал. Я открыл, я нашел кнопку, я достал. Ты тогда навсегда умираешь. Все, Арчи у нас погиб, давайте. Он пожертвовал собой ради нас, а мы идемте. Я тоже. Я нажал на кнопку, и мы идем дальше. Или нет, я вдруг нажал. Пират оказался импостером. Это ловушка? Я вижу тут лава, смотрите, стойте. Что за импостер, блин, летающий? Что за импостер, блин, летающий? Оу, круто! Нормально. Летел, давай, пират, летающий. Да нельзя, алло, запрещаю. Погнали. Запускай, меня запустили. Да нельзя, давай, алло. Погнали, запускай, меня запустили. Мы люди такие крутые, такие забираемся сюда. И мы, короче, такие поднимаемся, идем дальше. И тут нам пришлось пожертвовать одним человеком, потому что мы спасаем пирата. У нас канат, по которому мы 100 раз упали, мы по нему пробежались. Тут мы поняли, что ухо это гений, и тут отконтинировалась лава, и никто не умер. И тут этот пират оказался предателем, он нас всех хотел убить, но мы выжили. Такая история. Начинаем смотреть постройку кота. Защищенный дом. О, тут хотя бы дом есть. Уже хорошо. Погодите, давайте, стойте, пока не включайте, давайте я посмотрю на сам дом, а потом нажмёте и меня. Так, тут есть красивые такие, видите, декорации, типа наверху на крышу. Идем все сюда, потому что он сейчас нажимает на кнопку, мы начинаем играть. Опа, и дом защищен. Арти, ресет прописывай. Так, вот мы, короче, хотим за... Нет, погодите, дайте я. Я хочу зайти в этот дом, чтобы ограбить его. А, нет, все закрыто. А что теперь? И все. Гениально просто. Это ты сделал за 2 часа? Ты это сделал за 2 часа. Просто лавовый механизм, да? Теперь смотрим постройку злого гуся, идем к нему в команду. Бежим отсюда быстрее. Просто скрин. Просто лайфхак, как убить нас. Убегайте в портал. Пикнуть. Да это не атака. За 10 минут. Ого, он нам открыл. Простите, но ваши... Но вещи украли цыгане. Гениальная надпись. Побежали на... джетпаки нельзя. Тут еще есть ракетница, которая стреляет по нам. Я не понял, а где защита дома? Прям перед нами двери открыли. Это была вся постройка. Ну, дом было легко проникнуть вообще. Там дверь перед нами открылась. Так, начинаем проходить карту Арти. Стойте, я вам сразу скажу, из-за того, что постройка чуть не достроена, я сделал одно такое изменение. Смысл жизни, в общем, это наблюдать за войной. Меня сожрали, отпустите. Которой не будет. Мы проходим наверх и мы у бункера. Как в него попасть? В этот бункер не попасть. Обламываете двери. У Арти включен ПВП. Как? Мы что, такие на терминаторы? Обламывайте. Нам... Зачем обламывать бункер, когда есть динамик? Бах! Бум! Эй, меня не убивай! Блин, за я же сказал!
Внутри дома есть щиты и все. Это сделал. Ну, нет, 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 это не все. Это не все, это не все. Сюда иди. Уха! Сюда иди! Вы кто-то такой молодец, по-моему, и где мы? Груди заново. Ладно, давай. Мы проходим и попадаем вот сюда. Вот тут вообще нас никто не найдет. Видите, это дополнение к карте. Смысл жизни наблюдать за войной. Тут есть армия тортиков, Зек Терминатор, тыквы бомбы и кресло. Не. Мощно. Армия тортиков. Отойди. Армия тортиков. Зек Терминатор. С другой стороны, веселые тыквы убить. Так, ладно, пошлите тогда. Сейчас думаю, к Арконусу. Арконус загружай. Короче, в атаку штурмуем этот дом. Погодите, в этом доме открывается вот так красиво дверь. Блин, не ломайте ее, откройте. Также тут есть портал, который ведет вас в тюрьму. Нет, это не тюрьма. А, это сам дом, в котором есть стульчики. И что, это защищенный дом, да, ты хочешь сказать? Просто заходим через дверь, которую открыли, и все. Я уже готов поставить его пушки могут красиво разлетаться. Смотрите. Бам. Ты что там творишь? Ты что творишь? Бэм. Мои токсичными модулями. Ну и напоследок. Аж сюда блок упал, если что. Сюда. Так, я загружаю свою супер мега крутую мини игру. Никуда не смотреть, никуда не нажимать, ничего не трогать. Это игру, ой, дом. Всё. Так, смотрите, я это мой дом, в который вам надо проникнуть. Но вас будут встречать ловушки, конечно. Погодите, не прыгайте. Нельзя использовать конфеты. Все, что вам нужно сделать, это проникнуть внутрь дома. Введите пароль. Давайте. Там надо, короче, нажимать на клавиатуре, и вы можете открыть с помощью этого дверь. Ладно, заходите, даю вам шанс. Опа-опа-опа-опа-опа! Давайте, давайте, один упал. Кому угодно. Теперь вам нужно найти проход, то есть секретную кнопку вам нужно найти. Ну, а вам будет мешать мистер Лава. Ой, он перевернулся. Мистер Лава? Меня это смущает. Он перевернулся, нет! А ладно. Мистер Лава, ты меня не подведешь. Нашел кнопку, нажал кнопку. А? Ну, заходите в этот портал, и вы проиграете. О, мистер Лава, ловит. Он перевернулся, нет. А ладно. Мистер Лава, меня это смущает. Мистер Лава, ты меня не подведешь. Заходите в этот портал, и вы проиграете. О, мистер Лава, вас ловит. Он может ловить людей. Остался только Арконус живых. Что же ты будешь делать? Арконус, что же тебе надо сделать, если не кнопка? Так, ну этот рычаг все понятно. Арконус, тебе не намекает то, что тебе тут картины стоят? Может, них проход? Я вот тоже думаю, но, блин, понимаешь, с той стороны я видел это... А третьего лица нельзя? Да нет, руки видел. О, блин, он пробрался наверх! О, нет. Так, все, я иду убивать ухо. Дверь закрыта. Тебе нужно найти кнопку, чтобы ее открыть. Эй, а вы чего сюда прибежали? Так, ищем кнопку. Где же кнопка, чтобы открыть эту гениальную дверь? Вот там кнопка, ее Арти нашел. Потому что просто вас успеваю. Арти нашел кнопку. Успел. Кто стреляет? Короче, это был мой защищенный дом, в который я мог пробраться. Ладно, на этом наша битва за строителей заканчивается. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал обязательно. И всем пока. Я думаю, что каждый тут старался, и поэтому я думаю, что мы можем разделить эту победу на всех.